Характеристика Анны в пьесе «На дне» Максима Горького. Анна – это героиня пьесы, которая болеет чахоткой и проживает последние свои дни замужем за трудягой Клещом. Ей надоело жить в бедности и переживать за крошки хлеба, ходить в старой одежде. Все вокруг ей сочувствуют, но только не ее супруг. Мужчина выкидывает в ее адрес оскорбления и унижения, а иногда даже поднимает на нее руку. Все, что женщина вызывает у Клеща, это раздражение. Складывается чувство, что образ Анны – это собранные воедино женщины, которые терпят грубость своих мужей. Иногда даже боишься за Анну, потому что она слишком спокойно реагирует на все унижения. Таким образом, однажды женщина говорит, что квашня принесла ей пельмени, просит мужа поесть их. Тот не проявляет никакой реакции, и она просит его открыть дверь. Клещ отказывает жене в этом, боясь заболеть. А Анне ведь всего 30 лет, поэтому единственное, что поможет ей, это смерть. Лука помогает ей, говоря, что после смерти ее ждет лучшая жизнь. Он говорит, что на том свете она сможет отдохнуть от своего безрадостного существования. Все эти мучения компенсируются блаженством на небесах. Вскоре она умирает. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.